Ребят, всем привет! Как дела у вас? У меня нормально, но я все мучаюсь со своей спиной. Я до сих пор не работаю, в среду будет уже 2 недели. Конечно, у меня уже паника, тревога по поводу того, когда это все закончится, когда я смогу выйти на работу, смогу ли я вообще выйти на работу, потому что мысли всякие разные. Продула я себе спину, левую сторону. Почему левую сторону? Потому что она у меня слабая, потому что у меня там были все мышцы сжаты от работы. У меня и так постоянно прострелы были. Вот. И вот в какой-то прекрасный момент, плюс у нас сейчас постоянно кондиционеры, и меня продуло. Называется это, по-моему, если не ошибаюсь, как мне доктор сказал, я, по-моему, читала что-то такое в гугле, миозит. Как с этим бороться, я не знаю. Доктор мне прописал таблетки, называется мускол, да, который отвечает, там есть парацетамол, то есть акамол, уменьшает боль, ну и также влияет на именно вот на мышцы, вот. Он мне помогает, я тоже не хотела пить много таблеток всяких разных обезболивающих. Выпила 2 дня, мне стало вроде как полегче. Я прекратила их пить, и вчера днем почувствовала, знаете, как будто опять боль возвращается, такая вот боль именно противная, когда продохнуть нельзя. Как мне поддержать руку, то и так тяжело. Вот. И вчера опять пришлось выпить таблетку, и ночью. Ночью тоже пришлось выпить таблетку, ночью тоже половину ночи я нормально не смогла спать, потому что я не знала, на каком, как, на боку мне прилечь. Мне было и так больно. И в какой-то момент просто сидела, подложила подушку большую под спину, вот, просто сидела, знаете, так вот куняла. Ну, короче, очень тяжело со спиной. У меня, конечно, никогда такого не было. Последний раз мы с мужем ездили в больницу, не в больницу, а к доктору мы ездили, они мне поставили капельницу с обезболивающим препаратом. Ну, вот он мне немножечко помог, ну пока мы уже домой приехали, опять начала все болеть. Просидели у доктора очень много, это было для меня мучение, у меня очень сильно болела спина, очень сильно, и там плюс еще кондиционер. Как только чувствую холод, у меня начинается еще больше боль, вот это вот становится более выразительная. Вот, и врач мне сказал, естественно, от сквозняков подальше, от кондиционера. Как можно быть без кондиционера? У нас вот такая вот жара, когда я сижу вот в салоне у нас дома, тут как-то более-менее, мозган у нас кондиционер. Направляю его наверх, сажусь вот сюда, на дальний диван, и как бы я чувствую, что прохладно хорошо, но на меня не дует. Проблема у нас в комнате, где мы спим. В принципе, там у меня, наверное, все и случилось. Началось все с работы, а продолжилось все дома. Вот. И там у нас мы так повесили кондиционер, что он дует прям нам на кровать. Вот, несмотря на то, что я поднимаю вот эти вот жалюзи, да, трисы, как они называются, то все равно как бы чувствуется, что ветер, или я сейчас такая чувствительная стала на все эти сквознячки, ветерочки и так далее. Вот, мне кажется, что на меня постоянно дует. Я то включу, то выключу, то включу, то выключу. Короче, это, не знаю, я сегодня спала на кровати, у меня там полно подушек. Я и так, и сяк, и чтобы, как бы, знаете, можно было какую-то хоть позу найти, можно было немножечко поспать, потому что когда я не сплю ночью, это дает сбой по всему моему организму, вот поэтому отдыхать нужно. Вот, и, как я уже сказала, про работу вообще абсолютно ничего не знаю. Надо платить за съем комнаты, моего кабинета, вот, я не работаю, я не знаю, когда я смогу начать работать, смогу ли я вообще. Я уже вплоть до того думала, что как бы буду продавать все то, что у меня есть,
чтобы хоть какую-то денежку собрать, вот, заплатить за схеру, типа, за съем за вот этот месяц. Вот, и закрываться, уже даже такие мысли. Вообще я не знаю, что делать. Вчера еще с мужем походили вечером, я так, знаете, на улицу давно уже, я не выхожу никуда. У нас все еще, ну, как бы ступеньки, четвертый этаж, лифта нету. Вот, и вот это для меня спускаться, подниматься по ступенькам, это для меня, конечно, трэш, контент. Вот, поэтому я спускаюсь только, когда мы ездили к врачу. Сейчас мне тоже нужно поехать в поликлинику. Я сижу, набираю силами, не знаю, как я это все спущусь. Потом мне, ну, спускаться еще ладно, а вот подниматься, плюс у нас еще жара. Ой, ну, короче, час от часу не легче. Вот, ну, все равно, по сравнению, что было, к примеру, 4 дня назад, все равно мне намного легче. Вот, все равно намного легче. И тоже, как бы, не знаешь, как себя лечить, потому что мнения расходятся. Кто-то говорит, можно, теплом нужно разогревать вот эти вот мышцы, которые застудила я, которые у меня скукужились, да, если можно так сказать, напряженные мышцы. Кто-то говорит, нужно наоборот холодом. Кто-то говорит, можно делать массаж. Кто-то говорит, нельзя делать массаж. Короче, я, если честно, и тоже какую-то читаю информацию, какую-то смотрю видео по Ютубу, и тоже одни говорят одно, другие говорят другое. Как лечить, как себе помочь, я не знаю. Да, и опять же, вчера походила чуть-чуть по крыше, так, знаете, маленьким шагом, я именно не ходить, а именно не ходить, а именно хотела подышать свежим воздухом. Вот. И просто вот так вот поделала. Думаю, знаете, надо же все равно как-то, ну, двигаться. И ночью мне было очень плохо. Вот ночью сегодня я не знала, как мне спать. Не знаю, если это из-за этого, или это не из-за этого, есть другая какая-то причина, что опять дало мне какой-то вот этот спазм, что я прям вот так вот продохнуть не могу, у меня боль вот здесь. Короче, вот так. Спина, я так за нее постоянно боялась, волновалась, потому что когда работала, я чувствовала, что у меня там все стреляет. Вот, и вот, наконец-таки, моя спина не выдержала нагрузки, или я не знаю что, или я ей не занималась, поэтому она не выдержала нагрузки. Вот, в принципе, ничего такого у меня страшного не было. Тем более, в последнее время я принимала там по 5 клиентов максимум. Вот, то есть, как бы это нормально. Но вот, моя спина не выдержала. Вот такие вот дела. Так что лечусь, пытаюсь как-то двигаться потихонечку. Ну, вот так. Конечно, естественно, все это еще подталкивает на состояние такого тревожности, сердцебиения, естественно, панические атаки. Но таких явных, слава богу, панических атак нету. Но сердцебиение периодически у меня, да, бывает. Вот, именно из-за боли. Вот, и именно из-за вот этих мыслей, которые я думаю, что я не знаю, что будет. И вообще, знаете, что я смогу работать, не смогу я работать. Вот эти мысли меня, конечно, очень пугают, тревожат. И вот это вот все, конечно, стресс. Делают мне стресс. Ребята, кто знает что-то про миозит, как его лечить в домашних условиях? Можно массажировать, нельзя массажировать, нужно греть или наоборот холодить? Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Большое спасибо и всем до встречи!